Судьбу областного дорожного фонда решали депутаты и чиновники на слушаниях в областной думе. Напомню, 2015-й объявлен годом дорог, а потому региону предстоит выполнить капитальный ремонт трасс и построить новые транспортные развязки. Сколько денег готовы выделить на дороги областные власти, выясняла Елена Губенкова. 8500 километров дорог готовы осчастливить ямочным ремонтом в следующем году. В 2015-м на содержание автомобильных дорог и мостов будет выделено чуть больше 2 миллиардов рублей. Найдут деньги и на строительство новых трасс. 2015 год – это объявлен приоритетом в дорожном строительстве, то есть фактически это старт ремонта дорог. То есть ремонт продолжится и в 2016, и в 2017 году. В проекте заложены бюджеты дорожного фонда, что будут средства выделяться на проекты, которые будут реализовываться и в 2016, и в 2017 году. То есть это действительно такой серьезный, долгоиграющий проект по наведению порядка на наших дорогах. Но сумма, намеченная на следующий год, все равно недостаточна. Объем выделен средств лишь 20% от норматива. Тем не менее, экономить не будут, говорят власти. Лучше сделать чуть меньше, но качественно. Что касается капитального ремонта, в основном это будет ресоклировано, это переработка старого полотна специализированной машины и после него укладка с добавлением материала, и после него укладка еще там слоев асфальта. То, что касается ремонта дорог, это будет использоваться как и на федеральных трассах выравнивающий слой и нанесение поверхности широковатой обработкой. Неприятная новость пришла из федерального центра. Дорожный фонд следующего года придется уменьшить на 1 миллиард рублей. Это связано с общей экономией по стране. Дотации сократили для всех регионов. Придется активнее привлекать бизнес, говорят депутаты, а также найти пути дополнительной экономии. Если мы будем приводить в соответствие, значит, областной дорожный фонд, его размер за счет содержания, то мы не выполним в этой части указания губернатора, чтобы в каждом муниципальном образовании мы выполнили определенные объемы работ. Поэтому здесь нам надо будет найти компромисс между средствами на ремонт и капитальный ремонт, и содержанием. Несмотря на финансовые трудности, задача номер один на 2015-й – провести качественный ремонт в каждом районе области, чтобы год дорог почувствовали даже жители отдаленных уголков региона. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.